Оформить загранпаспорт, охотничий билет, субсидии, эти множество других услуг оказывает Чебоксарский МФЦ. Сегодня в дополнительном офисе, который уже год работает в ДК «Салют», принимали миллионного посетителя. Год назад в рамках расширения сети МФЦ в ДК «Салют» открылся дополнительный офис. Он стал вторым в столице республики. Он работает по новой общероссийской системе «Мои документы», которая в скором времени станет единой для всех отделений. В помещении 19 окон. Сотрудники на входе ориентируют человека, чтобы сэкономить его время. Первый из офисов МФЦ в Чебоксарах открылся в 2010 году. И вот сегодня оформить документы пришел миллионный за 5 лет посетитель. Нам настолько приятно и неожиданно. Спасибо всем огромное. Мы обращаемся уже не в первый раз. Приходили на постановку детского сада и по различным вопросам. Нам очень все нравится. Нам нравится специалист, насколько они приветливые. При населении города Чебоксары чуть менее 500 тысяч, мы уже практически каждого жителя города Чебоксары уже по два раза встретили, обслужили, проконсультировали, приняли документы. И этот процесс, он не стоит на месте, ускоряется. Я думаю, 2-миллионный наш заявитель будет буквально в ближайшее время. На сегодня в столице работает 3 офиса МФЦ. Там действуют 54 окна, а также 4 пункта обращения в отделениях Сбербанка. В этом году планируется открыть самый крупный филиал в Новоюжном районе. Это должно существенно снизить время ожидания заявителей. Алексей Табинов, Расиль Мухаметов, Республика.